Что-то мне боязно. Садись, садись, в ногах правда нет. Да, устроит сейчас Артема выволочку. Артем не виноват. Я сама в тот подвал свалилась. И если отец ему хоть слово скажет, я ему потом устрою вырванные годы. Да и вообще надоело уже. Ты что, сразу на Артема бочку катит? Даже если его и близко не было. Такова его планида. Да ладно тебе, планида. Да, ну полковника Катя быстро успокоит, она молодец. Да и ты не волнуйся, Аня, она тебя мигом в порядок приведет. Я и не сомневаюсь. Повезло нам с ней. Особенно тебе, Степа. Это факт. Спасибо, Аня. Ты беги, братка, ведь начальство у тебя строгое.